Седьмая конференция по международной безопасности завершается в Москве. На мероприятие съехались делегации из 95 стран, в том числе более 40 министров обороны и 15 начальников генеральных штабов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследование по делу Скрипаля. Он сказал, что оно стало вымышленным или инсценированным предлогом для безосновательной массовой высылки российских дипломатов из многих стран мира. Министр обороны России Сергей Шойгу подвел итоги гуманитарной операции в Сирии, рассказал, что члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы и призвал совместными усилиями бороться с трансграничной преступностью. Шойгу подчеркнул, что сегодня мир проходит через переломный этап во взаимоотношениях между странами. Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность порождают новый виток глобальной гонки вооружений. О недопустимости политики силы и односторонних действий говорил и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он заявил, что наилучшим выбором для всех будет взаимное доверие, инклюзивность и сотрудничество. Только сообща, страны смогут сделать обстановку в мире безопасной. Полицентризм и глобализация – это основные тенденции современного мира. Мы все должны учитывать интересы друг друга и стремиться к построению сообщества единой судьбы. Ведь сейчас ни одно государство не может в одиночку справиться с теми вызовами и угрозами, которые стоят перед человечеством. Ни одно из государств не может замкнуться на себе. Гегемонизм и политика силы все еще процветают. Поднимается новая волна антиглобализма и протекционизма. Некоторые, преследуя собственные интересы, готовы поступиться интересами других. Эти идеи собственного величия и уважения только себя не могут найти одобрения. Китайская сторона решительно выступает против политики односторонних действий и торгового протекционизма. И мы полны решимости защитить свои законные интересы. На полях международной конференции также прошла двусторонняя встреча министров обороны Китая и России. Они отметили беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений, назвав их фактором стабильности в регионе и мире. Вэй Фэнхэ подчеркнул, что выбрал именно Россию для своего первого зарубежного визита в качестве главы оборонного ведомства, чтобы показать миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и твердую решимость вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие.